Прямо сейчас на наших глазах происходит снос уникального исторического архитектурного памятника города Уфы, главного дома усадьбы купцов Поповых, ныне дома коммунистическая 49. Без соответствующих разрешений Министерства культуры этот объект нельзя демонтировать, нельзя реставрировать. Снос как таковой – это неприменим термин к объектам культурного наследия. Возможно, только реставрация. Вот. Но документы, которые показал генеральный директор ООО «Экогород» Бортник Николай Алексеевич, в них написано о демонтаже и повторной сборке, причем с участием специалистов. На данный момент мы видим разрушение брандмаурную стену. Она представляет историческую ценность. Сейчас происходит разрушение стены, примыкающей к моей квартире. Согласно проекту на момент строительства, мы должны были быть расселены, что написано в пояснительной записке к проекту. Однако это условие при выдаче разрешения администрации города не было соблюдено. На прошлой неделе отреагировала прокуратура, нашла нарушение, выдала предписание на аннулирование разрешения на строительство. Тем не менее, строительство продолжается. У нас, значит, вот 49-й дом, это дом купца Попова, а там дом Мустай Карима 6, это Хакимов. Дом усадьбы Абдулатека, да, Хакимова. Который построил мечеть. Первый самый. Двухминаретную мечеть, да, по адресу Мустая Карима 11, напротив. Квартира, в которой я живу, являлась молильной комнатой. Да, я как раз жил в этом доме. И отсюда не видно, но там купол, это была комната молильная. Эта стена сохраняла от пожаров, если она имеет архитектурную ценность. Но почему-то у Бортника есть разрешение на снос. Никто ни экспертизы не производил. Ждем реакции администрации на предписание прокуратуры. Пока не видим. Постройка усадьбы градоначальника Попова уникальная в своем роде. У нас осталось несколько конюшен в городе Уфе. Такие помещения характерные вот для 18 века, первой половины 19-го. То, о чем упоминалось на встрече с президентом еще в апреле, не должно остаться пустым словом. Поймите, если мы считаем себя уважающими гражданами города, рассказали, нет точечной застройки, значит, не будет. А что происходит, пожалуйста? Пока что высокие слова остаются высокими словами.